Давайте поговорим сегодня, как подготовить ребенка к новогодней фотосессии. Часто за красивой картинкой мы забываем, для чего мы делаем фотосессию. А ведь самое важное – это сохранить историю семьи. И нашим маленьким гостям надо обязательно объяснять, для чего делается фотосессия. Неважно, сколько лет ребеночку, от годика и старше можно им уже рассказывать, что мы идем фотографироваться, что нас чуть-чуть пофотографируют, а потом мы эти фотографии сможем подарить бабушкам и дедушкам. Ко мне часто приходят с детками разного возраста, но очень часто приходят постоянные клиенты. И если ваша первая фотосессия в годик прошла идеально, это не значит, что в 2 и в 3 года она у вас пройдет точно так же. Детки растут, они меняются, начинают проявлять свой характер. Ругать ребенка на съемке ни в коем случае нельзя. Лучше дать ему немножко времени на то, чтобы он походил, освоился. И ни в коем случае нельзя заставлять сесть ребенка в том месте, в котором вы хотите. Пусть он походит, вы пока пофотографируетесь немножко, и он обязательно к вам подойдет и сделает замечательные фотографии. Не обещайте никогда ребенку ничего заранее, ведь дети очень нетерпеливы, им надо все сейчас и немедленно. Лучше сделайте ему сюрприз в конце фотосессии и подарите подарок. Например, сейчас Новый год, и можно тихонечко под елочку поставить подарок, а в конце сказать: «Посмотри, что тебе принес Дед Мороз за фотосессию». Обязательно нужно подобрать удобный наряд. Предварительно на ребеночка лучше померить дома, чтобы ничего не кололо. Маленькие девочки не любят всякие кучу бантиков, заколочек, они их сдирают. Лучше что-то, если ваш ребенок не любит, не стоит брать. Очень классно сейчас смотрится family look. Это когда все наряды, папа, мама и ребеночек, выдержаны в одном стиле или в одной цветовой гамме. Это могут быть пижамки, это могут быть для девочек платьица, а у папы, допустим, в таком жетоне бабочка или галстук. В тренде это очень много огоньков на фотографии. Фотографии должны светиться, сиять, конфетти, ведь этот Новый год золотой. Соответственно, все, что блестит, все, что золотится, это все очень классно смотрится на фотографиях. Не только наши маленькие гости требуют психологического подхода к фотографии, но и наши взрослые папы тоже очень сильно боятся фотосессии. Им кажется, что их тут будут мучать 2 часа, но на самом деле папа в кадре 15 минут, 20, не больше. Когда задают вопрос, зачем эта съемка, ему нужно рассказать, что вот я очень сильно хочу сохранить в памяти, как растет наш ребеночек. Ведь многие, у кого есть первый ребенок, упустили этот момент, а уже со вторым ребеночком им это хочется сохранить. Перед Новым годом во всех фотостудиях очень сильный ажиотаж, поэтому за свою дату лучше побеспокоиться заранее и прийти или в ноябре, или в начале декабря.